Так, товарищи, мы с вами в прошлый раз разбирали вопрос о понятии вообще. И это вопрос очень интересный, и тема очень интересная, и достаточно, можно сказать, понятно изложена. И теперь мы приступаем к первому отделу. Первый отдел называется субъективность. Вот что интересно, вот мы с вами взяли какую книгу? Учение понятия. Это какая логика? Субъективная. Но в этой субъективной логике, если вы возьмете, откроете оглавление, в этой субъективной логике только один первый отдел – субъективность, а потом пойдет объективность. Но уже объективность в другом смысле. Объективность в смысле того, что вы отражать объективно то, что есть, но отражать то, что есть где? Не в голове, посмотрите там, что есть. Механизм, механический объект, механический процесс, механизм, центр, закон, переход механизма, химизм, химический объект, химический процесс, переход химизма. Потом только телеология. Субъективная цель, средство, выполненная цель. А средство тоже относится к чему? Средство относится к объективному, правильно? Средство, вот, все, я думаю, обращают внимание, что это средний термин. Средний, середина. Это Маркс эту же потом тему поднял и развивал, что человек между собой и природой какой-то элемент самой природы, а потом далее обработанный, далее переделанный, ставит вот эти третий элемент, и с помощью него он преобразовывает эту природу. А третий отдел называется идея, но прежде чем говорить об идее, рассматривается жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. То есть, по существу, рассматривает человека уже, а дальше, после того, как он берет человека и процесс жизни, первая глава – жизнь. Интересно же почитать у Гегеля про жизнь. Как вы считаете, Борис Николаевич? Я думаю, вы читали про жизнь? Или вы еще то, что читаете, только вот строго то, что мы прочли? Я даже не дошел до химического объекта, химический процесс. Понятно, поэтому химичить не будете. Да. Идея познания, идея истины, идея добра. И, наконец, абсолютная идея. То есть, посмотрите, что сама вот эта книга третья так устроена, что в ней, ну, не так уж много субъективного, а достаточно много как раз объективного, рассмотрения объективного мира. Хотя те категории, которые были в двух первых книгах, это категории объективного мира. А здесь более сложные категории объективного мира рассматриваются, и сам человек как элемент объективного мира. Ну и, соответственно, уже отношение человека к объективному миру как таковому и к самому себе. Поэтому, конечно, можно видеть, что речь идет, так сказать, о целой системе объективной логики. Поэтому вот Ленин написал, что в этом произведении «Наука логики» Гегеля, великого идеалиста Гегеля, меньше всего и идеализма, и больше всего материализма. Ну и дальше, что я его читаю, стараюсь читать материалистически. И я думаю, что читать его материалистически очень легко. То есть тут таких вещей, которые нельзя бы истолковать материалистически, кроме некоторых рассуждений в примечаниях и в прибавлениях, которые к тексту, как бы, к контексту имеют, не имеют прямого отношения. Хотите – читайте, хотите – не читайте, хотите – берите, хотите – не берите. А вот если вы берете одно и текст, движение самих понятий, то понятно, что речь идет об объективной логике. И поэтому вот изучение диалектики по Гегелю – это есть изучение диалектики. Ну, для марксистов это изучение материалистической диалектики. Поэтому никакой, так сказать, другой диалектики, которую надо было отдельно делать некоторую систему категорий, нету. Ни Энгельс, ни Ленин таких вещей не говорили, а Маркс просто думал, как бы короче сделать, но ничего короче у него не получилось. Как бы у него получилось длиннее, то есть он пошел по другому пути, он взял, руководствуясь вот этой диалектикой, сделал диалектику по этому же образцу, диалектику «Капитала». То есть, имея в виду, что вот пример этот самодвижения, может быть, и логического самодвижения, может быть, применен и к другим предметам для того, чтобы их изложить. И никакого другого вот такого примера изложения
В общем-то и нет. Вот Марк взял и изложил. Скажем, я когда делал книгу свою и докторскую диссертацию, а я сделал такую попытку изложить движение коммунистической формации в первой фазе. Ну и, так сказать, вот благодаря этому, так сказать, я думаю, лучше понял диалектику, чем до этого, потому что когда применяешь, то, естественно, к какому, ну к чему применяешь? Применяешь к какому-то предмету, который имеет свое самодвижение. Ну, это поэтому, чтобы, если мы берем что-нибудь такое крупное, конечно, то есть нельзя ограничиваться в изучении диалектики тем, что мы будем какие-нибудь примеры типа стакан, бревно, кусок какого-нибудь дерева и так далее. То есть это будет, ну вот для того, чтобы сказать, что это наличное бытие, можно, конечно, брать такие предметы, но в целом речь идет о чем-то таком достаточно богатом. История может быть изложена в этом смысле. Но вот самому Гегелю историю не удалось так изложить, потому что его лекции по философии и истории сводятся, в общем-то, к тому, что вот там очень интересные зарисовки исторические, и дескать, вот идея, она вот выступила в виде войны, потом идея в виде революции, и идея в виде вот такого перемещения народов. То есть вот там идеалистический характер диалектики Гегеля, он там очень ясно, так сказать, виден. Вот. И наоборот, скажем, если вы возьмете происхождение семьи, частной собственности и государства Энгельса, вот такая небольшая книжечка, в ней вот это движение истории представлено материалистически. Причем в самом начале основную посылку Энгельс выставляет, что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. И все дальнейшее развитие идет. В этой книге человек может дойти от самых далеких моментов истории до капитализма. Вот. А дальше капитал, дальше Ленин, империализм как высшая стадия, и мы доходим до современности. То есть вот такой взгляд на историю материалистический, тоже он уже совершен, он сделан. Но для того, чтобы использовать вот это, нужно понимать, что это надо, конечно, можно во всем использовать, безусловно. Там, если мы говорим о категориях там, изменения, развития, об отдельных. Но имея в виду, что вот система строится как начало, которое переходит в развернутое начало, то есть в результат. А результат есть развернутое начало, а начало есть неразвитый результат. То есть для того, чтобы применять вполне диалектику, так сказать, вот нужно брать такой широкий объект, богатый. И там тогда диалектика проявляет себя во всей своей широте и во всей своей мощи. Ну, понятно, для этого нужно овладевать, как мы и делаем, двигаемся, то есть овладеваем ее, значит, по частям, переходя от одного к другому, но мы двигаемся не вырывая, а продолжаем двигаться по порядку. И вот мы дошли до субъективности, до первого отдела, до понятия. Вот. У нас еще в этом году еще одно занятие, 22 числа, а потом для самостоятельного изучения до октября все свободные занятия, которые мешают вам самостоятельно изучать, вот, и будут систематически постоянно, да, чтобы не мешать этому изучению, особенно вот Борис Николаевич, мешаем этим, сбиваем его, он все как возьмется читать, тут надо ехать на кружок. Вот. Ну вот, я думаю, что теперь мы эту проблему после 22-го решим, и можно будет овладеть диалектика, и это поможет лучше понять капитал Маркса, особенно если начать его читать. Вот такая штука. Так, ну вот приступаем тогда к разделу субъективность. Есть ли у нас товарищи, желающие высказаться по этому материалу, по вопросу о понятии? А здесь рассматривается всеобщее понятие, особенное понятие. И единичные. Вот что можно по этому поводу, что могут товарищи по этому поводу сказать, которые изучали этот раздел. Кто желает? А что такое у меня, смотрите, подозрительно? Что я что-нибудь плохое про вас сказал? Я нет. Пока нет.
Ну, значит, как только такое желание появится, прошу координации. Честно говоря, это не удивительно, я думаю, это должны все правильно понимать. Это не дело не в том, что товарищи плохо занимаются, просто мы вступили с вами, ну, так сказать, ну, такую верхнюю часть этого большой горы. И поэтому здесь двигаться, так сказать, довольно сложно. Во всяком случае, я вот со своим коллегой, профессором Смирновым, два тома мы штудировали вдвоем, 5 лет подряд. И занимались мы не так, как вот здесь мы раз в 2 недели, а каждую неделю. И каждый понедельник с 10 до 14 часов. Вот. И, надо сказать, продвинулись, но вот мы потом на втором томе остановились, учение о сущности, или, может быть, застряли даже, потому что там он тяжелый, этот том, и непонятно. Здесь он, можно сказать, учение о понятии более понятно. Почему? Ну, потому что мы вернулись к бытию, правда, к бытию, которое является отрицанием отрицания. Возвращаемся к тому бытию, которое является отрицанием уже сущности, снятием сущности, а сущность есть снятие бытия. И поэтому какой вид имеет вот это бытие? Я бы поставил такой вопрос. Какой вид оно имеет? Теперь бытие, к которому мы пришли. Снято. А? Снято. Чего? Снято бытие. Да понятно, что оно снятое. Простокваша тоже снятое молоко. Восстановлено. Ну да, сначала отрицание бытия, потом идет второе отрицание. Оно не снятое, оно восстановлено. Восстановлено. Оно восстановленное, а не снятое. Понятие. Во-первых, восстановленное. Раз. А что значит восстановленное? Это оно равно самому себе? Да. Просто равно или не просто равно? Нет, уже не просто. А как? Ну, оно содержит в себе. А? Положено. Ну, положено. Положено это с отрицанием, а здесь вот... Вот это равенство с собой, в чем его сложность? Мы сейчас хотим осознать. Дело в том, что вот мы такие, дескать, вот трудно нам понять из-за того, что вы слабые мы сознанием, или это связано с особой сложностью уже предмета, к которому мы пришли. Значит, если мы имеем снова равенство бытия с собой, то это какое равенство? Это бесконечное равенство. Бесконечное. Почему бесконечное? Потому что отрицание – отрицание. То есть в этом равенстве есть отрицание есть? А вы это всякое отрицание, которое здесь проявляет, вы должны его отрицать. И поэтому вы бесконечны, чтобы удержать это понимание бытия, как вот восстановленного бытия, вы должны каждое отрицание брать с отрицанием. То есть как процесс? А раз не только как процесс, а еще определенность есть отрицание, да? Да. Вам же хочется разобраться, вот нам хочется разобраться в этом. А как разобраться? Надо увидеть какую-то определенность. А эта определенность тоже должна браться как? С отрицанием. Вот это выраженное, вот то, что вы сказали, Евгений Николаевич, говорит о том, что вы это дело обратили внимание. Положенность. Положенность означает, что если что-то положенное, то есть оно берется не само по себе, а обязательно с отрицанием, в связи с чем-то другим. Ну, это положенность. Начинает процветать. Ну вот если у нас через 3 будет занятие, вот у нас еще одно занятие, а потом будет следующее в октябре. Так это вот занятие в октябре, это положенное ведь. Положенность, оно не просто будет, оно связано с тем, что его не будет летом. Правильно? Вот. И вообще каждое занятие кружка у нас положенное, потому что мы же не все время проводим, не каждый вторник. А через вторник. То есть мы отрицаем еще каждый вторник. У нас каждый раз. Мы с одной стороны отрицаем то занятие, которое проведено. Мы же заканчиваем его. А что значит заканчиваем? Отрицаем его, все, в конце концов. Закончили, все, пробьет 8 часов, скажем, все, занятие завершается. Но оно, с одной стороны, завершается, а с другой стороны, оно планируется уже через 2 недели его снова провести. То есть отрицание вот этого занятия же, оно отрицается. Остается. Причем отрицается уже вот в этот же день. Вот уже сегодня мы отрицаем завершение занятий сегодняшнего тем, что назначаем на 22 число. Но субстанция кружка остается. А? Субстанция кружка остается.
А кто у нас субстанция кружка? Вы? Не только я. Ну да, хорошо, вы, но не только. Сам процесс. Понятно. Сам процесс. Я человек скромный, поэтому прошу это учесть в дальнейшей работе. Так, ну хорошо. Значит, давайте обратим внимание. Я хочу некоторые вещи, некоторым вещам привлечь трудящихся, чтобы обратить внимание на то, как ясно, просто и понятно у Гегеля это написано. Хотя это, как я бы сказал, при первом, втором, третьем и шестом чтении, может быть, и не замечено. Потому что это, в общем, так вот удивительно бывает. Читаешь, думаешь, надо же, так ясно написано, а ты так вроде это раньше и не понимал. А ясно написано, лучше не скажешь. Все попытки, у меня многократные были попытки изложить лучше. Ну, кажется, ну что так вот сказано, давайте вот попробуешь по-другому. А по-другому получается хуже. Ну вот понятие. Видите, вот, что говорит Гегель в самом начале раздела субъективность. Понятие есть, прежде всего, формальное. Вот обратите внимание, что Гегель, ну, субъективность, я же сказал, первый отдел, Борис Николаевич. Вы не знаете, что такое первый отдел? Не имею ли никогда дела с первым отделом? 25-я страница. Я привык по полному собранию сочинения Ленина, сразу же ссылки, страница. У вас Маркс сейчас на тему, а не Ленин. Так, понятие есть прежде всего формальное. Обратите внимание, формальное курсивом. Что этим Гегель хочет сказать? Вот, скажем, мы не часто употребляем в своих произведениях курсив, да? А Ленин употребляет довольно часто. Ну, наши товарищи не очень освоили. Я тоже очень редко вот этим пользуюсь, хотя, наверное, это существенно, то есть подчеркнуть этим курсивом. Вот у Ленина, например, цель социалистического производства в программе. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития, это все еще помнят. А дальше написано «всех членов общества» курсивом. Вот если нет этого «всех членов общества», то это повышение благосостояния и свободного всестороннего развития ничего общего с коммунизмом не имеет. С коммунизмом оно увязывается только в одном случае, если это всех членов общества. А если вот просто говорить о повышении благосостояния и свободном всестороннем развитии, я тут провожал это, с Урала, приезжал посоветоваться в профсоюзник. Я говорю, ну вы не расстраивайтесь, у нас уже коммунизм есть, некоторые вот сейчас уже по одному заходят и в разное время. Так посмотрел на меня, я говорю, ну вот Абрамович уже зашел. Как бы свободное всестороннее развитие некоторых личностей, что происходит. То есть это как бы люди вот рискуют собой уже, они вот и в это положение входят. Первопроходцы. А? Первопроходцы, да. Вот. Знаете, вот Виксельберг уже с кепкой его нарисовали, как он просит. Пионеры, да. Это вышли они на лед. Вот не знаю, чем это дело кончится. Там арестуют счета, здесь посадят. Сколько уже посадили? Белыха посадили, Хорошавина посадили. Некоторые люди не знают, что делать, как, например, полковник Захарченко. Они нашли вклад вот у себя. Говорят, ну, мы нашли, вы заберите 75%, а 25% нам оставьте этого. Потому что мы не знаем, откуда это. И никто и не знает. Вы обратили внимание, никто не знает. Откуда-то у вас нет тут 8 миллиардов? Недавно по радио сообщили, что там уборщик там нашел в урне 2 слитка. Несколько килограммов каждый слиток золотых. Говорит, если не найдется, то придется отдать ему по законам той страны. Если никто не найдется, хозяин. А хозяин, скорее всего, не найдется, потому что хозяин какой-нибудь жулик. У него, во-первых, и другие есть слитки, но ему уголовное дело не нужно. Поэтому все откажутся. Если вы найдете золотой слиток, не расстраивайтесь. Итак. За идею страдает, получается. А? За идею страдают? Ну, они за цель социалистического производства страдают. Ну, раньше на собаках. Ну, как вот всех? Вот это значит, вы, я. Ну, не, обязательно уже все сразу, никогда не может быть. Вот, знаете, полного тождества ведь не бывает. Вот не бывает так, чтобы вы и я одновременно развивались, правильно? Ну, давайте я рискну. Неравномерное развитие. Особенно насчет полного благосостояния. А вы давайте развивайтесь сами. А благосостояние я на себя беру. Давайте как-то поделим трудности, какие перед нами стоят. Вот, ну вот, курсивом, формальное. Почему формальное? Мы же, говорю, занимаемся понятиями. Понятиями. Это все же форма.
Форма содержательна, мы это уже знаем. Но это форма, логические формы. Почему речь пошла о логических формах? Мы в каком разделе находимся? В разделе субъективности. Здесь он подчеркивает. Там он подчеркивал, что эти вот категории, они относятся, собственно, к самой действительности. А здесь он подчеркивает, какие же берутся категории для отображения этой действительности. И вот он этим вот занимается в самом начале, субъективным. Но вот долго он этим не прозанимается и снова вернется к чему? К таким вещам, как жизнь, да? Химизм, механизм. Почему? Потому что они, хоть они и формальные, эти категории, но они для отражения действительного мира. И это не потому, что Гегель, так сказать, так решил, он вот не выводил из того, что он идеалист, а Гегель пытался эти категории развивать, пока показывает, что они двигаются. А как они двигаются? Как отражение мира. Тут никуда не денешься. Если человек не искажает то, что есть, он вынужден это изображать материалистически, если он действительный ученый. Так вот, понятие есть прежде всего формальное понятие, в начале тоже курсивное, или понятие как непосредственное. То есть мы можем понятие брать как непосредственное. И опять, посмотрите, опять, непосредственно курсивом написано. Это для кого написано, Евгений Николаевич? Для вас написано. Спасибо. Пожалуйста. Это от имени Гегеля я вам говорю, пожалуйста. Но Гегель тоже бы сказал, но я, его нету, и я пока могу, как руководитель кружка, только частично заместить. Я думаю, Гегель быстрее бы провел это все и лучше. Так, непосредственное. Это во-первых. А вот во-вторых, оно есть абсолютная отрицательность. Вот это вот может людей удивить. Ничего тут курсивом не написано, но имея в виду предыдущий вот разговор, который у нас был, что значит абсолютная отрицательность? Раз это непосредственное как отрицание-отрицание, так отрицание-отрицание – это и есть абсолютная отрицательность. Это надо нам усвоить. А как вы понимали абсолютную отрицательность? Я вас спрашиваю, Денис Борисович, что это абсолютная отрицательность? А вы как понимали? Я понимал, что это что-то положительное. Но минус на минус дает правильно плюс. Вы правильно понимали. Но истина тогда правильности вашего понимания в том, что это отрицание и отрицание. А если есть отрицание и еще отрицание, значит все отрицается. Абсолютная отрицательность. И отрицание берется, и отрицание и отрицание. Это абсолютная отрицательность. Все отрицается. Бесконечный процесс. Бесконечный, конечно. Почему процесс? Дополнение понятия. Почему процесс-то? Вот вы сюда внесли ненужный элемент. Сюда раз, вот варим кашу, а вы туда в кашу раз и опилки насыпали. Зачем? А как теперь кашу исправить? Причем тут процесс? Процесс – это время. Процесс – изменение во времени. Причем вы туда времени говорите. Здесь о логических категориях идет речь, а не о времени. Время не надо сюда вставлять пока, до поры до времени. Для времени есть другая категория, есть изменения, правильно? И то изменение там берется не во времени. Само изменение рассматривается равенство с собой и неравенство с собой. Оно тоже вне времени может браться, потому что нету такого, чтобы оно было равно, а потом бы вдруг стало неравно. Все, что есть, любое нечто, оно и равно, и неравно. И время тут не, абсолютно ни при чем. Времени вообще. А? Времени вообще. Да. Не об этом речь. Так что вот тут еще задача такая, не добавить сюда лишнее. Вот, как говорят, не прибавить, не убавить. Но если это логика, значит, прибавлять нельзя. И убавлять порвется цепочка логическая, а прибавить тоже порвется, то есть остановится. Так, как оно есть, он даже не доказывает, что это абсолютная отрицательность, оно так, как оно есть абсолютная отрицательность, то оно расщепляет себя и полагает себя как отрицательное или как другое себя самого. Но если оно абсолютное отрицание, значит, оно себя полагает как отрицание, как другое себя самого. Это вас удивляет? Меня удивляет, что вы процесс, у вас не чешется язык ставить, потому что расщепление, ну, в моем понимании, это нечто требующее время, поскольку скорость света конечна. Это тут же не топором же делается-то. Я понимаю. Расщепление это имеется в виду. У меня-то ассоциативный ряд устраивается как-то по-другому. А у нас не ассоциативный ряд, у нас логический ряд. Ассоциация – это когда вот я смотрю на вас и вижу царство какое-то в голове. Это ассоциация у меня такая, царство вижу, царство мыслей. Это ассоциативный ряд, а на самом деле речь идет о категории вот одной вот этой.
И не надо тут ассоциации лишние, они нас отводят от предмета куда-то далеко, отлетает это все. А надо как раз сосредотачиваться на том, что есть. Так, оно, абсолютная отрицательность, расщепляет себя и полагает себя как отрицательное или как другое себя самого. А чего другое самого отрицательное? И притом именно потому, что оно есть пока что лишь непосредственное понятие. Непосредственное понятие. А что такое непосредственное? Только вот оно и явилось как отрицание отрицания, как снятие сущности. Правильно? Вот и все. Поэтому оно вот такое и есть сейчас. Это полагание или развлечение имеет то определение, что моменты оказываются безразличными друг к другу. И каждый из них становится сам по себе. Ну вот, вот если брать, как вот Евгений Николаевич нас хочет научить, что моменты оказываются безразличными друг к другу, то вот они как бы становятся безразличными, а потом надо их опять стягивать, чтобы они не были безразличными. А это ведь вне времени делается. Вне времени. Они становятся безразличными логически. Безразличными-то безразличными, но каждый из них становится сам по себе. Единство понятия остается в этом разделении лишь внешним соотношением. Это все мы понимаем, что дальше последует отрицание того, что сказано. Дальше, как идет диалектическое движение? Сначала тезис, потом антитезис. Будет этот антитезис. То есть, если мы говорим, что сейчас они становятся безразличными, значит, они скоро перестанут быть безразличными. Вывод-то какой должен быть? Именно такой. И иначе не может быть в диалектике. Не может быть выдвинут тезис, который бы не отрицался, тем более это абсолютное отрицание. Любой тезис должен быть рассмотрен и с учетом противоположного тезиса. И противоположный тезис последует. Поэтому мы должны к этому относиться так. Посмотрим, что дальше будет. То есть, все, извините, как таковое соотношение своих положенных, как самостоятельных, безразличных моментов, оно есть суждение. То есть моменты суждения, то есть когда, то есть что хочет Гегель этим сказать? Что когда мы вот то, что на самом деле едино, мы их, так сказать, из-за того, что мы все это берем, вот отрицание как отрицание выдергиваем, мы их как самостоятельные берем. Они-то на самом деле не самостоятельны. Но мы берем как самостоятельно. Могу я вот самостоятельно взять пиджак, независимо от вас, Евгений Николаевич? Можете. Могу. Но не беру. Почему? А если взять, уже это будет суждение. Вот Евгений Николаевич без пиджака будет суждение такое. И пиджак есть, ваш, и вы есть, и суждение есть. Евгений Николаевич есть без пиджака. Вот и здесь это же говорится, как таковое соотношение своих положенных, как самостоятельные и безразличные моменты. А почему безразличные? Ну, пиджаку безразличный вы, между прочим. Абсолютно. Он совершенно вот на вас не реагирует. А вы после этой операции, когда вас лишили пиджака, вы тоже к пиджаку безразличны уже. Думаю, черт с ним с пиджаком, если он необходим для как методический материал для изучения диалектики, ну, куплю себе другой пиджак, а может и отдадут в конце концов. Мы же знаем, что за тезисом последует как продвинутый диалектик, это антитезис. Поэтому вы спокойно взираете на эту всю процедуру, а потом это он прибежит снова с помощью моих рук или ваших рук обратно, и никуда он от вас не уйдет. Но он расщепляется в себе. Вот вы можете себя расщепить, или вы, так сказать, сцепились с этим пиджаком так, как будто это кусок вашей кожи? Можете расщепить? Конечно. Ну вот, вот, и тут тоже он говорит, вот как самостоятельные моменты выступают, одно и другое. И вот он говорит, что понятие тогда, как таковое, соотношение своих положенных, как самостоятельные и безразличные моментов, оно есть суждение. Что этим хочет Гегель сказать? Что когда вы берете суждение, то не думайте, что тут все так здорово, что это суждение прямо такую диалектику дает. Наоборот, оно единое растаскивает. Он взял единое, вот он сейчас начал единое, вот эту абсолютную отрицательность, понятие, которое снятая сущность, или как отрицание-отрицание, бытие как отрицание-отрицание. И вот это единое, поскольку все-таки речь идет о различных моментах, он эти моменты и берет как внешние. Почему он так берет? А потому что, чтобы доказать, что они не внешние, надо взять их как внешние, а потом снова завести. И этим будет он заниматься, вот этим, сводить снова. Ну а как еще иначе? Чтобы доказать, что это ваш пиджак, надо снять логически с вас этот пиджак.
А потом, поскольку вы потребуете, я подумаю, мне самому стыдно будет вам его обратно отдать. И тогда эта вот операция покажет, что он ваш. Согласитесь. А так это неизвестно, чей это пиджак. Может, вы с кого-то другого сняли. Как вы докажете, что это ваш пиджак сейчас? Никак. И каждый раз вы приходите, вот я вижу вас уже не первый раз, и все, разные пиджаки. Если вы наставите, будете на том, что это один и тот же пиджак, но он же все равно разный все время. То есть, вот он нас подготавливает к восприятию того, что суждение – это вот изображение целого, как состоящего из каких-то моментов. Целого. Подготавливает. Почему? Потому что ему нужно разрушить представление о формальной логике, которая сложилась к этому во времени, где говорится суждение, ему заключение. Они все расклассифицированы Аристотелем, они все друг от друга независимые, нет никакой между ними связи, никакого единства. А он как раз говорит, ну это вот уже в самом начале берет это единое, то есть берет абсолютную отрицательность, как понятие, как абсолютную отрицательность, и говорит, что это абсолютная отрицательность, это одно. Ну вот это вот одно, из-за этой отрицательности, они, значит, их единство тоже отрицается, вот они и выступают. Прежде чем мы еще будем отрицать это вот выступание их как отдельных, как независимых моментов, они сначала выступают как отдельные независимые моменты. Так это суждение. Что расщепляется-то? А? С пиджаком понятно. На что расщепляется? Знаете, а понятие на что расщепляется? Как на что? Ну, суждение. Суждение – это и есть расщепленное понятие. Суждение, форма суждения. Дайте какое-нибудь суждение. Денис Борисович. Яблоня – это дерево. Есть. Ну да, вы же вперед-то читали же, яблонь есть дерево. Есть дерево, да. Ну, так вы расщепили. Вот смотрите, слева яблоня, справа дерево. Это как нехорошо. А что, яблоня не дерево, что ли? А дерево не может быть яблоней, что ли? Как вы их расщепили-то? Как вы допускаете такое? То есть вот что Гегель делает здесь. Вот это у него труднейшая задача, потому что он же объяснял вначале, что там не было материала для вот этой объективной логики, он свободно там двигал эти категории. А это все расписано, выучено, есть эти занятия по формальной логике. И нам всем, значит, даже рекомендую, дескать, бросьте это, вот у нас есть по логике занятия, мы сейчас проведем, или книжки есть по логике. А он говорит, здесь у меня другая задача, что вот уже построен город, а мне нужно все это перестроить. То есть нужно то, что разделено, снова свести. Вот вы же первое, что сделали. Оторвали дерево от яблони, а яблоня от дерева. Ничего себе. У вас отдельно дерево, отдельно яблоня. Денис Борисович, ну подумайте сами, что делаете? У Дениса Борисовича есть человек. Представляете? Это же издевательство над человеком. Что, дескать, есть человек. Вот видите, это Денис Борисович, потом идет связка «есть», а вот тут человек. А что я хочу этим сказать про Дениса Борисовича? Даже трудно даже что-то такое хорошее как-то оправдаться даже. То есть, с одной стороны, форма, мы привыкаем, что это форма утвердительная такая. Денис Борисович – человек, мы его поднимаем. Вроде мы поднимаем, а на самом деле, если вдуматься, мы его приопускаем этим самым. Что вот есть Денис Борисович отдельно, а человек отдельно. Развели. И связывает вас только вместе, человека и вас, только одно слово – «есть». А что это слово «есть»? Это пустое бытие. Вы же знаете, что такое «есть». Бытие без всякой дальнейшей определенности. Пустота. Мы это изучали, когда изучали учение о бытии. То есть мы попали с вами в новую сферу, и тут новые задачи, и поэтому новый взгляд нужен. Вот смысл кружка у нас в чем? Ну, в том, чтобы помочь вот тут разбираться. И не пропустить вот это. Вот пропустишь это место. Я уже который раз это читаю. И вот поскольку я который раз читаю, то я наконец стал замечать, в чем же фокус-то вот тут. Ну что, вот он, если, потому что первое, что хочется, вот, когда читаешь, что-то разобраться, какие есть суждения. Но это как раз была задача формальной логики. Это все у Аристотеля сделано. Поскольку Аристотеля вот, мы специально не изучаем, то здесь бросается в глаза вот это, и вот это изучаешь. А смысл того, что сделал Гегель, он потом будет показывать, что каждое, берешь вот одно, а оно оказывается другим. А вот это другое, это то же самое одно. Вот. В-третьих, вот смотри, это сейчас ведь планчик, вот это что означает? То, что вот этот кусочек на 20... Какой странице? 25. На 25-й странице. Это означает план работы его.
То есть он как бы нам рассказывает, чего я собираюсь тут рассказать. Ну вот, когда в начале вели первый и второй раз, считаешь третий, то думаешь, что это тут вот это доказательство, и что это выведено. И можно бесконечно глядеть на это и думать, и ломать голову, но бесполезно это ломать, потому что это что такое? Это он говорит, я вам рассказываю, я вот буду это делать. А как это будет выводиться? Это дальше пойдет. А здесь никакого вывода нет. Он просто, во-первых, во-вторых, в-третьих. Это что такое? Декларация. Это план. Декларация. Тезис. В-третьих, а что в-третьих? Хотя суждение содержит в себе единство понятия, исчезнувшего в свои самостоятельные моменты, это единство все же не положено. Не положено еще единство. А что значит не положено? Значит, оно не выведено еще, надо еще это показать, как оно будет выведено. Положенным оно становится через диалектическое движение суждения. Вот это вы пропагандировали в самом начале сегодня, с этим пришли, как со знаменем. Сейчас будет суждение, все само будет самодвижение, а как дошло до этого, до драки, то вы куда-то ушли. Я пытаюсь вопрос задать. Бесполезно. Понял. Не дурак. Был бы дурак, не понял. Ну, задавайте. То есть это как бы вот эти все рассуждения, они вневременные, да? Тут единственное, что я могу зацепиться, что диалектическое движение, оно... Оно тоже вневременное. Без понятия. Вневременное. Именно такое вневременно прошедшее бытие, такое выражение. У него Гегеля слышали, да. Вневременно. Логические формы. Причем тут время? То есть диалектическое движение. Если вы берете какая-то мысль, вы сказки читаете, нет? Как вот один, как царевна хотела выйти замуж, а ей нужно было найти то самое быстрое. Вот те, кто приходили и говорили, что скорость света вот самая быстрая, не подошли ей. Но они не это говорили, но аналогичное. А когда вот выяснилось, что это мысль самая быстрая, нет ограничений для мысли, нет времени для мысли. Ну, она переходит-то не во времени мысли, а само по понятию, переходит это понятие в другое. Вот Денис Борисович, он человек, не переходит в то, что он человек, он есть человек немедленно. А если развести во времени, то это вот вы такую подлянку уже делаете. Значит, есть Денис Борисович, который долго существует не как человек, а как кто? А потом только он становится человеком. Как социальное животное. Прекурсор. Да, вот это я чувствую. Я чувствую, куда вы все, вот как он пытается. Сначала млекопитающее. Да, а слово социальное, как сначала говорит, давайте это возьмем, подлежащее, а это определение потом. И так далее. Мы поняли. Но, тем не менее, понимаете, вот не тащите у меня в голову вневременная логика, это вообще... Логика вообще вневременная. Это логика, это мысль. Мысль – это вот категория, переходит в другую не через какое-то время, она сразу переходит, сразу. С какой скоростью мы думаем? Сразу. Бытие переходит в ничто чистое, сразу. Как только вы начали... Это у вас сразу, а я медленно это делаю. А вы сразу. Вот и вам кажется, что вот все хоть вы это и медленно делаете, но переходит оно сразу. Это вы медленно понимаете. И вы не делаете этого, а вы понимаете медленно то, что оно переходит сразу. Бытие сразу переходит в ничто, а не тогда, когда вы до этого додумаетесь. Не переходит, а перешло даже. Перешло уже оно. Вот вам говорят. Ну ладно, переходит. Это вот вам просвещенные люди говорят. Просвещенные, да. Вот. Двое против одного. Почему двое? У него он сам двое, и человек, и Денис Борисович. Денис Борисович. А вы это только вы и пиджак. Ну разве можно сравнить две такие картины? Действительно, такое ощущение, что действительно тут времени нигде нет. Вот что беда такая. И вот наконец вы на третьем томе, то есть вы сейчас хлопнете дверь и уйдете. Ну. То есть я думал, что тут где-то мне покажут процесс, а процесс не показывают. Да. Там есть процесс жизни впереди. Да, там впереди все равно. Не расстраивайтесь. Никуда не денемся. Но вы еще хотите раньше времени, а раньше времени вам это не дает. У вас стимула иначе не будет, Евгений Николаевич. Гегель знал, что если он в самом начале даст вам процесс, вы это прочтете и больше не будете читать. А теперь вам могут добираться до этого еще сколько идти. Так. Ну вот, так положенным оно становится через диалектическое движение суждения. Тут мы еще его не занимаемся этим, правильно? Только планчик. Который тем самым становится самозаключением. Вот вам заранее предупреждают, что суждения, не просто их нужно запомнить, расклассифицировать, какие бывают суждения, такие-то. Потому что в это, когда погрузишься, то все внимание уходит вот в это. Вот почему он вначале дает? С одной стороны, это планчик, а с другой стороны, вас останавливает на целом.
дает представление о целом, чтобы при движении дальнейшем вы это целое не потеряли. А вы будете брать какой-то момент и берете его как изолированный сам по себе, а иначе невозможно. Рассматривать все равно придется то, что читаешь. На такой-то странице читаешь, и это становится изолированным по необходимости. Но при этом в самом начале нам уже объявлено и сказано, что это целое, и что мы должны прийти к единству. А как вы придете к единству? К единству вы не придете, если будете рассматривать только суждение. Если мы так вот разделим, как мы рассматривали, роза есть растение, или яблоня есть дерево, то мы никогда не придем к единству, если мы самим построением это их разделили. Вот смотрите, что их разделяет? Яблоню и дерево. Что разделяет яблоню и дерево? Связка. Связка есть. Это вот все равно, что вы взяли яблоню, дерево и связали. Есть связка. Есть связка. Это кажется только, что оно соединяет, оно и тем самым разделяет. Эта связка. Поэтому вот это, как уничтожить это разделение? Превратить в ничто. Переходом в более высокую логическую форму. Какая более высокая логическая форма? По сравнению с суждением. Умозаключение. Да, умозаключение. Чувствуете, вас ждет заключение. Евгений Николаевич. Заключение, но более высокая форма. Ждет, пусть. Ума. Да, то есть вы, может быть, будете свободны, а ум у вас будет в заключении уже. Ну, к этому Должно быть, чтобы сделать умозаключение, должно быть два суждения. Из одного-то не сделать умозаключение. Из одного. Из одного суждения. Но движение самого суждения, да, тут написано, смотрите, как. Вполне положено. И в момент самостоятельный, вот смотрите, положенным, оно становится через электрическое движение. Значит, оно еще раз расщепляется. Нет, оно и так расщепленное. Суждение это и есть расщепленное. Это единое. Суждение само расщепляется дальше. Суждение. Да. Суждение снова еще расщепляется. Но поскольку оно и так уже расщепленное, но каждое же оно в единстве, каждая сторона в единстве. Если оно есть роза, есть растение, или дерево есть, или яблоня есть дерево. Значит, и яблоня можно расщепить. Потому что выяснится, что яблоня – это дерево. Хоть она и стоит слева, а дерево справа, но яблоня все равно дерево. Раз. А справа стоит дерево. А дерево, возможно, и яблоня. Что, не бывает таких деревьев, которые яблони? Поэтому как-то вы оторвали это дерево вообще от яблони? Нельзя ее отделять. Вы от конкретного можете дерево, так сказать, отойти к дереву, а от яблони вы не можете отойти к дереву никак. Как это вы взяли дерево, не взяв яблоню? Потому что дерево – это форма просто. Нет, потому что дерево яблони, это не форма. Яблони есть, а дерево это форма. Это форма. Это не форма. Это форма, всеобщее. Всеобщее, а яблоня это единичное. Вот, вот об этом тут речь и пойдет. Ну еще и особенно. Потому что человек дерево, это всеобщее. Это вы как всеобщее человек. Вы лично как всеобщий человек. Здесь есть разница. И вы есть одновременно и всеобщее, и единичное, и особенное. Вы не такой человек, как Евгений Николаевич. Это особенный вы. Особенный вы, а он тоже особенный, супер особенный. То есть супер, вот это. Супер. И все эти категории, всеобщее, особенное, единичное, еще будет показывать, что какую вы категорию не возьмете, единичное тоже ведь всеобщее. Оно все через друг друга просвечивает. Да. А особенное тоже ведь всеобщее. То есть это вот то, что мы обычно разделяем и растаскиваем в логических категориях, он ставит свои задачи вот здесь как раз, показать, что они на самом деле различные формы проявления одного и того же. Все есть всеобщее, 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 все в нем. Все единое. Вы же понятия рассматриваете. От того, что вы начали более глубоко рассматривать, не превращайте в два понятия. Нет двух, есть все одно понятие. И понятие может быть рассмотрено и как суждение, потом как умозаключение. Это движение понятий. Идет движение понятий. Если что-то движется, развивается, так значит, ну вот хорошо, вы берете желудь и сажаете его в землю. Это дуб или не дуб? Дуб. Дуб. Дальше. Вы потом весной вы видите росток. Нет, уж. Росток. Это дуб или не дуб? Дуб. Ну это росток? Дуб. Росток. Но дуб же. Дуб. Дальше вы скажете, вот он вышел. Саженец такой вот уже вырос. Дуб. Это дуб? Дуб. Потом вот развесистый дуб. Все же дуб. Дуб, который плодоносить стал.
тоже дуб, дуб. И дуб, даже когда он засох, он все равно дуб, засохший. Он все равно дуб, и никуда. А между тем, вот загадки такие дают люди, не диалектические, дескать, что раньше, курица или яйцо? Яйцо – это курица, но как яйцо. А курица – это яйцо, но уже как взрослая курица. Но это все одно. Нету ни отдельно. Это, если вы беретесь, то так вопрос нельзя поставить – курица или яйцо. Это видовой признак. Вы человек или Евгений Николаевич? Только честно отвечайте. И то, и другое. Сложный вопрос. Для некоторых это сложно. Вы понимаете, вот вневременное это... То есть не нравится вам эта книга? Ой, не читайте. Нет, то, что не нравится. Не читайте. Другого способа. В голове не укладывается. Читайте эту книгу, нужно иметь часы. Разрушается все мое. Меняйте картину мира. Голову меняйте. А вы не пришли сюда менять голову? Нет, я решил сюда разобраться. С нами? С товарищем. А, с Гегелем разобраться? Ну, пора давно уже. Сколько он народу с панталыку сбил? Ой, не говорите. И все не было. И наконец вы пришли. Я буду все беспокоить за Бориса Николаевича. Он мне уже жаловался на Гегеля. Жаловался, да? Без вас. Да. А я вот себя ругаю. Думаю, насколько Гегель умный человек. Изложил все. Разжевал, короче не скажешь, даже Маркс не сумел короче сказать, а тут готовое и не познать. Да, это готовое, и Евгений Николаевич не может познать. Вот что его удивляет, вот это его удивляет. Ну, говорит, ладно, я не могу познать, но Евгений Николаевич даже не может познать. Вот для меня вот это вот все... У него, как у товарища Сталина, вот все подчеркнуто, как без традиции. Для меня да. Вот безвременность. Так вот, товарищи, положенным оно, что оно, суждение, становится через диалектическое движение. Пока это не доказывает Гегель, это только еще заявление, да, вперед. Да. Это будущее, что оно становится, он показывает, что оно становится. Через диалектическое движение суждение становится, которое тем самым, которое, что, суждение, тем самым становится умозаключением. То есть суждение становится умозаключением. Вас это удивляет? Если вот бытие становится ничто, вас это удивляло, Денис Борисович? А что вас теперь удивляет? Уж после того, как бытие стало ничто, ну ладно, с бытием понятно, пропало оно. А вот когда ничто стало бытие, и после того, как ничто становится бытием, чтобы вы удивляетесь, что суждение станет умозаключением. Уже поют люди песни, что кто был ничем, тот станет всем. И после этого удивляться, что суждение ставит ему заключение. Вот хоть вы и люди солидные такие уже, пожившие, все равно не надо удивляться. Да все время происходит. Кто был ничем, то станет всем. Суждение становится... Вас удивляет, что суждение становится ему заключением? Меня другое удивляет. Вас удивляет, если вот вы начнете изучать науку логики, то лучше будете понимать. Это вас удивляет? Вы же другой становитесь. Вы можете сказать, что я стал, после того, как я вот произучал в кружке, я стал другим человеком? Я еще не стал. Да нет, вы расстроились уже, вы теперь расстроены. Так вы другой теперь стали, вы были веселые, а стали грустные. Я Гегеля уважал. Приходил человек на кружок веселый, а уходит, смотрите, покажите крупным планом лицо, это ужас. И Бориса Николаевича, который еще до этого не дошел, поэтому он такой веселый. Когда он проникнет так же глубоко, как Евгений Николаевич, он станет такой же грустный. Поэтому он и не читает, потому что это же одно страдание читать на углу. Не тронь книгу, она тебя не тронет. Ну, а где же тут развитие-то? А еще нет тут развития. Нет движения. Здесь же нет, это же план. Ну, хорошо. Тут нету развития. Вот здесь нету как раз. Вот здесь нету. Ваш пример со желудем и дубом. Ну, все время изменяется. Мой пример говорит о том, что все время разные. Что все время разное. Одно становится другим. Здесь это пример только к одному, что все в жизни что-нибудь одно становится другим. Но остается тем же самым. Вот если развитие, то оно остается тем. Если вы развиваетесь, как вот Денис Борисович. Новое это появляется. А вот если так и появляется. Новое остается тем же самым. Новое только тогда может. Вы можете быть новым, только если остаетесь вы. А если это уже не вы, то это не новое. Тогда вот у вас и дети есть все. А вам-то вы вообще тогда не нужны. Тогда мы размножались в отделении. Нет, подождите. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, это новый или старый председатель? Да не в этом дело-то, ну посмотрите. Нет, это просто старый президент. О развитии природы, да, то да. Есть. А природа равна самой себе? Природа-то равна. А как она, когда развитие, так она не равна самой себе? Когда появляется новый вид,
Это же новый. Ну, да. Если он новый, так значит, ну это природа-то. Но природа-то сохраняется или нет? Она равна самой себе или она исчезла? Если умерла природа, новый вид появляется, Денис Борисович? Природа не может умереть. Ну вот раз не может, она может только развиваться. Она развивается. Одни виды отпадают, а другие появляются. Вот и все. Так. Так вот, положенным оно становится. Что оно? Суждение. Через диалектическое движение суждение, которое тем самым становится умозаключением, вполне положенным понятием. Поскольку ему и в умозаключении положены столь же его моменты, как самостоятельные крайние члены, сколь и опосредствующие их единство. И то, и другое положено. Вот чтобы было все положено, когда вы сделаете, чтобы было положено и опосредствующее единство, и сами противоположные моменты, получите умозаключение. Это вам такое обещание дает. Обещание. Рассказывает. Ну, да. Как известно, когда пишется предисловие, когда заканчивается книга, пишут предисловие. Когда вот эти штуки вот написал Гегель? Я думаю, тогда, когда он уже готовил к печати, он писал начало. Похоже на раздельчик. Потом. Похоже на то. Ну, а так и всегда и делается. А как еще? Если вы проделали это развитие, значит, теперь вы можете вначале написать, какое будет развитие. Ну так, как непосредственно само это единство, как соединяющий средний член. Какой это соединяющий средний член? Есть? Особенный. Есть. Это имеется в виду умозаключение. Ну хорошо. Средний член там... Ну это вы берете в развитой форме, как человек продвинутый. А я беру как непродвинутый в виде этого суждения. Это что же средний член? Есть. Есть это средний член. Вот. И моменты, как самостоятельные крайние члены, ближайшим образом противостоят друг другу, то это противоречивые отношения. Вот тут что важно. Опять он тут показывает, что здесь есть противоречия. Не просто они разные, тоже противоречия. Так вы, Денис Борисович, или человек, вы как-то определитесь. Это же противоречие. Если вы человек, так вы не обязательно Денис Борисович. А если вы Денис Борисович, то как вы докажете, что вы человек? Вот, то есть, тут противоречие-то есть, и он это противоречие находит. По определению. Находит, по определению противоречия, да, есть противоположности. Но противоположность – это в единстве, то есть, вам спастись можно только одним образом. Но если я противоречие, так есть же единство, а раз единство, то я и есть. Это все я, и человек, и Денис Борисович, потому что всякое противоречие – это единство и борьба противоположности. Об ученым только на борьбу намекаете, а единство где? В единство выбросили, то есть, вы можете от меня... спастись вот таким путем, обратив внимание, потому что, когда пугает этим противоречием, то забывает, что раз сказано противоречие, тут есть единство. А если нет единства, нет противоречия. Чтобы мне начать с вами бороться, что нужно сделать? Подойти к вам и... Нет. Да, вот. Только так можно. А как я могу с вами бороться еще? Никак. Так, но так как непосредственно само это единство, как соединяющий средний член, и моменты, как самостоятельные крайние члены, ближайшим образом противостоят друг другу, то это противоречивые отношения, имеющие место в формальном умозаключении, снимает себя, и полнота понятия переходит в единство тотальности. Что такое тотальность кто-нибудь может? Целостность. Ну, целостность – это полнота, да, полностью. Это единство тотальности. Субъективность понятия в его объективность. Вот какой переход. Вот он и план такой интересный сделал для нас. Он нам рассказал, что вы хотите от субъективности перейти к объективности. Читайте дальше. Не хотите читать дальше. Вот вам анонс дан. Не хотите, не читайте. Вполне вот сделано по законам современного рынка, можно сказать. Вот вам объявили. Не хотите, не читайте. Хотите, читайте. Ну вот, вас заинтересовало, вас особенно заинтересовало. Это трейлер. Вас особенно заинтересовало, а почему тут нет процесса? Нет, я этот процесс рассмотрю, никогда не вот смотрите. Я, например, тоже задавался таким вопросом, почему я не самосвал? И не могу ответ найти, вот до сих пор не могу найти ответ, почему я не самосвал. Кто-нибудь может мне помочь? То есть, ну, потому что вы не можете все сразу. Почему? Либо одно, либо другое. Нет, я думал на эту тему, я вот свалиться сам могу. И как мне после этого сказать, что я не самосвал? Если я могу свалиться, вот я отступиться могу и упасть. Вы не были никогда, не падали. Но если вы сами свалились или вас толкнули,
Не бывало у вас такое? Если сам упал, значит... Ну, пару раз было. Ну, если я сам... Не, мы поняли. Если упал, не получится уже. А мне нужно, что я не самосвал доказать. А я сам свалился. Ну, свалился со ступеньки. Значит, самосвал. И все, теперь не опровергнуть уже никак. Логично. А вы скажете, у вас кузова нет. Причем тут кузов? Я такой даже не собирался. Мне кузов не нужно, я падаю без всякого кузова. Вы знаете, вот... А зимой, если не посыпать, у нас столько самосвалов ходит, между прочим, по городу. Вы так быстро убежали от одного очень важного момента. Я трус. Нет. Это вы хотите сказать, вы намекаете на это. Вы торопыга. Смотрите, какая штука. Вот вы сейчас обратили внимание, что Гегель написал вот это вот... Для вот, вас я написал. Вот эту страницу 25-ю. Да, 25-ю. После того, как он все это написал. Я так целый. Не знаю точно, я думаю так. Это не факт, что... А вы очень правильно думаете. Но смотрите, что не есть. Он сначала написал... Это комплимент мне. Науку логику сначала написал, а потом предисловие к феноменологии духа. Ну, надо же. То есть, одни из последних текстов у него предисловие к предшествующим книгам. И который что? Он написал в 12-м году. Ну и что? Правильно, потому что он только тогда осознал, какую роль что он там феноменология духа в этой всей системе играет. А в чем у него там движение было, феноменология духа? В чем там было движение? Что он решал там вопрос, какие есть формы постижения мира. Да. Правильно? И выбирал, какие есть формы. Он же занимался искусством, религией, да? Да. И выяснилось, что есть религиозное постижение мира, есть в образах, так. И есть в понятиях. Постижение в понятиях есть высшие формы постижения мира, и он к ней приступил. Да. Логично. Ну вот, что мы имеем? Мы имеем без двух минут восемь. Мы с вами разобрали вот этот маленький кусочек, но мы разобрали то, над чем мы будем биться, я думаю, немало времени. Во-первых, мы будем биться и до следующего раза. То есть до следующего раза вот это вот соотношение всеобщего, особенного, мне показалось это более-менее понятно. Очень важно ваше догадка. Всеобщее, особенное и единичное, вот это надо все прочитать. Хорошо мне делать с писателями. Вообще, особенно единичное. А вот дальше вот. Вот единичное пошло. Это все. На самом деле он мог все это в голове у себя сложить, а все остальное писать для нас. Да куда? Да. Вот это предисловие нет, для нас? Нет, нет, неправильно. Он что еще в голове? Он должен выводить. Вот, это же логика, это должно быть положено. Если человек, вот скажем, математика теорему доказал для себя, и доказательство унес с собой в могилу, после этого мучаются люди и никак не могут доказать. И долго мучается. И так и не знает, то ли он гениально угадал эту теорему, потому что опровергнуть не могут и доказать не могут. И вот так. А он доказательство так. То есть это логика, здесь должно быть это доказано. Вот это он как бы не логика. Это он рассказ. Это внешний рассказ о том, какой путь предполагается. Но этот путь надо пройти. А он уже я вам сразу могу сказать, что если вы купите билет до Москвы, то и доедете до Москвы. Вас устраивает эта логика? Но вам придется, между прочим, проехать по железной дороге через все пункты, независимо от того, будет там поезд вас останавливаться или нет, потому что мы с вами знаем, что если он проезжает какую-то станцию, то он на ней останавливается в то же время и. Потому что движение и противоречие механическому движению состоит в том, чтобы быть в этой точке и не быть. Поэтому пусть нам не рассказывают, что он не останавливается поезд. Это люди метафизики это все пишут. Поезд наш останавливается в каждой точке. И в то же время не останавливается в ней. Но не надолго. Ну вы спрыгнуть можете в любой точке. Уже остановились. Очень надолго. Вы надолго остановились. Всю технику безопасности. Безопасное движение железнодорожного. Значит, а вы, Борис Николаевич, не обдумали следующую тему, что техники без опасности не бывает. Не бывает техники без опасности. Вся техника опасная. Да. Да. Можно самолеты, автомобили, они все подразумевают, что в известной ситуации те или иные люди погибнут. И не хотите, тогда выбираете телегу, можете напиться и повалиться на эту телегу. Да, нет, ну свалится с телеги, ничего страшного. Да, если бы лошадь понесет.
Ничего она не понесет, она вас понесет до дома. Вы просто упадет. Упадет. Ну, бывают всякие нарушения. Она приведет, конечно. Ну, в общем, приведет. Есть опасность, но не такие. Но да. Некоторые думают, мы вот будем соблюдать технику безопасности. Да сколько бы вы ни соблюдали, вот вам Денис Борисович рассказывает, как вы не соблюдаете, будет. И потом еще виноваты оказываются те, которые попали. В целом они попадут. А как же концепция нулевого травматизма? Концепция нулевого травматизма – это не концепция, а мечта. Да. Голубая мечта. Абсолютная идея. Не может. То есть, конечно, то есть, как некое стремление, как вот точка, к которой надо стремиться, это очень хорошее. Но мы должны понимать, что такого не бывает. Если вы построили химическое производство, в котором есть вещества, которые могут убить очень быстро очень человека, потом есть горячие там... Пар нагретый до температуры 500 градусов там и прочее. Все, и все это ломается. Есть какая-нибудь техника, которая не ломается? А ломается техника когда? Только при движении. Он же не подвижно. Вот стоит станок, не работает. На самом деле это решается вопрос. А? Просто если за ноль принимается некий порог, ну допустим, ну, так 5 человек. То есть, если за ноль принимается не ноль. Не ноль. Вот. Ну так вот, тогда это концепция не нулевой безопасности. Какой направление? Вообще-то абсолютный ноль, например, температуры недостижима именно в силу того, о чем вы говорите. То есть в реальном мире. Нет, я не об этом говорю. Уже не об этом говоришь. Так, значит, задача понятная, да? Вот надо рассматривать до второй главы. Вот первую главу надо осваивать. Значит. Если вы освоите за две недели, прочитать это можно. Что значит прочитать? Прочитать, рассказываю, можно любой текст на любом языке. То есть вот каждое слово... Просмотреть, ну как прочитать? Нет, просмотреть это вы вот так... Знаете, это я просматриваю, это вот просматриваю. Это пропускаешь, нет, не надо ничего пропускать. Все слова вы должны прочитать каждое. Более того, буквы. И там, все. Он там пишет, а ну... Я же не говорю... Как можно прочитать, если ты не знаешь букв? Ну как? Ну вы их глядеть на каждую букву должны посмотреть, где они так есть. Ну вот представьте себе прибор. Представьте себе прибор такой. Прибор. Вот он проходит. Вот прибор перед вами. Вот он проходит, и он все наши действия просматривает, что бы вы ни делали. Если это перед ним вот так вот поставить буквы, смотрите сейчас, вот прибор будет читать. И вот он так все сначала, вот он будет фокусировать сюда, так вот так будет водить вас этим самым строчком. И так постепенно вы, это надо, ну так изучать иностранный язык. Ну, допустим, вы немножко там начали изучать английский язык, слегка так. А потом вы берете книгу английскую или газету, и вам говорят, читайте. Если вы будете так читать, то постепенно у вас словарный запас будет больше. Потом некоторые слова, которые вам намозолят глаза, вы их уже тысячу раз встречали и не знаете, что это такое. Тогда вы пойдете, откроете словарь. И сразу у вас откроется. Откроется. Потом второе так слово, третье слово. А если вы будете просто вот сидеть и читать, это... Нет, это вот очень важно. Я, например, сейчас вот читаю на немецком языке, на углойке. Что вы думаете, я там... На русском-то ее трудно понять. А что на немецком? Но я читаю каждое слово. Я уже столько слов немецких знаю. Тем более, что они у него тут в скобочках встречаются. Причем без словаря читаю. Ну, это не значит, что я изучил немецкий язык. Но я вот Гегеля по-немецки лучше знаю, чем другие произведения на немецком языке. Хоть где-то тут, вот я на уклоке лучше знаю, чем другой, хоть на нем, по-русски-то хуже, а по-немецки даже наоборот лучше. Но это вот, то есть привыкнуть надо еще. Вот вы еще не привыкли, что это не процесс. Для меня это... Удар. Ниже пояса. Я его всегда уважал за процессное мышление. Он, я считаю, его родителем. А теперь он вас уважает. А теперь он вас уважает, что вы это поняли. Так, то есть задача ясная, да? Значит, вот если мы не вот эту задачу товарищи, члены кружка, не решат до 22-го. До 22-го, то они решат это после 22-го. Но задача, которая после 22-го, раз мы взяли с вами какой рубеж, то есть мы вышли к учению понятий. То есть до конца осталось вообще ничего. Вот оно, все это ерунда. По сравнению с тем, что у нас изучено на кружке. То есть к 22-му мы должны всю субъективность пройти. К сентябрю? То есть к октябрю надо прочесть? Нет. Но если мы рассмотрели конспект, это же конспект всей субъективности, всего первого отдела. Нет, не всю субъективность. К 22-му мы должны все вообще, особенно единичное, рассмотреть и все.
всему. То есть понятие, первую главу. До суждения. До 47-й страницы. Вот это все ерунда. Понятая ерунда. Да, второе. С тем, что мы сегодня одну страницу изучили, изучить какие-то там 25 минус 46. О, 45 минус 25. 19. Но я разбавлю. Так мы уже концентратор. Разбавлен, нам выпить ничего не стоит. А я уже поподчеркивал. И все зря, да? Не то, а вы везде вписываете, везде. Процесс. И все будет хорошо. Кстати, в конце там будет процесс. Процесс будет. Но в жизни, когда это процесс. Ну, изучение науки логики – это процесс. Вот. Это должно есть важно. Есть тут процесс все-таки. Есть? Да. Но где? Страница какая? Страница 46. Единичная же правда. Ну, куда рванул? И это... как восстановленное за последование непосредственно, но единичное имеет это последование не вне себя, а само оно есть отталкивающий процесс отделения, положенная абстракция, но в самом своем процессе отделения оно есть положительное соотношение. Да, вот есть. Я же говорю, что я дочитаю, внимательно читаю. Нет, не внимательно. Значит, вы внимательно читаете, но процесс не нашли, а Денис Борисович читает невнимательно, но нашел. Вопрос, кто внимательно читает, вы или Денис Борисович? Вот вы, Евгений, текст, вот тогда уже становится вопрос, так, вы Евгений текст, Николаевич, а он человек. Я любой текст читаю между строчек, потому что текст, как мысль. А Денис Борисович читает, как раз между строчек не читает, между строчек, потому что белое. А он читает по строчкам, как примитивный человек. Мысль зареченная есть, а записанная трижды его. И приходится это расшифровывать, кажется. Это вы из-за тройной лжи пришли сюда? Да. Да. Вот люди как бы, если бы здесь было трижды истина, вы бы не пришли, я понял. Только ложь вас. И тут он обнаруживает, что тут не ложь, а истина. И тогда уже желания тут оставаться нету никакого. Без лжи не понять истины. Понятно. Значит, на какой процесс? На 47-й. На 47-й процесс. На 46-й. На 46-й, да. Ну, я думаю, что это еще вопрос перевода. Второй обзор. Процесс. Процесс, может быть, там такие. Евгений Николаевич, много среди переводчиков. А кто смотрит на немецком? А кто переводчик? Оказывается, что это не процесс. Вы слово посмотрите. А кто редактор? А редактор не переводчик. Редактор, он говорит, это неправильно переведено, и все. Ну, редактор. Я ведь в немецком читал. Так, на этом мы сегодня занятие заканчиваем.